годом. Итак, друзья, продолжаем наш замечательный вечер, и я вам предлагаю сыграть очень интересную застольную игру, которая называется «Угадай мелодия». Будет звучать музыка из различных кинофильмов, а ваша задача – отгадать, с какого фильма эта мелодия. Самые активные гости будут в финал и, конечно же, получат замечательные призы. Итак, первый тур. Готовы? Итак, первая мелодия. Слушаем внимательно и отгадываем. Слава любви! Бриллиантовая рука, верно! Следующая музыкальная композиция. Так, объясняю правила второго тура. Я говорю подсказки, вы ведете торги. Например, я отгадаю эту мелодию 7 секунд, 6 и так далее. Минимальная ставка 3 секунды. Если отгадываете неправильно, заработанное очко переходит к сопернику. Итак, готовы? Да! Итак, еще раз ваши бурные аплодисменты. Итак, подсказка номер один. Песня о долге новоиспеченной звезды. За скольки секунд отгадаете? Семи. С пяти. С пяти. Да, с пяти секунд отгадывает Ольга. Что? Так, верно, круто, ты попал на серию. Итак, 1-0 в пользу Ольги. Третий тур, объясняю правила. Звучат песни на разных языках, иностранных. Ваша задача сказать на русском, какая это песня. Хорошо, так, готовы? Итак, слушаем внимательно. Верно, итак, следующая музыкальная. Так, держите символ наступающего года. Аплодисменты еще раз. И, конечно же, Олечке тоже утешительный приз. Ручки выше! Итак, садимся на горшочек, быстрее, 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 быстрее! Итак, мальчик, вытеснил малышечку нашу, да? Следующий гость в особом представлении не нуждается. Ибо все знают этого человека. Главный скандалист страны. Шоумен Государственной Думы. Обладатель премии «Оскар» за лучшую роль политического клоуна.
вождь либерал демократов, встречаем Владимир Вольфович Жириновский! Итак, готов, Владимир Вольфович, готов к песне? Если б я был султан, я бы сдал закон, чтобы каждый иметь мог десяток жен. Если бы этот закон голоса собрал, каждый третий в стране стал бы либерал. Для тех, кто может иметь свой дом, других не будет семейных проблем. Но за этот мудрый и мудрый закон от наших женщин манит. Тоже Наталья, две Натальи у нас. Итак, девчонки, скажите мне, какая у вас самая привлекательная часть тела? Руки. Опа. Руки, глазки. Самое привлекательное. Талия. Талия. Итак, танцуем только талии. Покажите свою сильную талию. Это уже попа в пол пошла, а не талия. Груди, вперед, грудь, всем покажи свою очаровательную, согласитесь. Давайте, смешите, тигренок!
Друзья мои, сейчас я хочу устроить аукцион. Разыгрывается шуточная двухкомнатная квартира, которая символизирует наступающий год. Себестоимость этой шуточной квартиры 200 рублей. Кто готов дать больше? Сколько? 1000. А, 1000 сразу. 1000. Кто готов дать больше? Итак, 1000 раз. 1100. 1500 раз. 10 000. 3 продано. Аплодисменты. За 10 тысяч вы купили вот такую двухкомнатную шуточную квартиру, которая вам принесет удачу весь год. Все видели? Символ года. Аплодисменты. Шмякнуть еще. Итак, борьба между этими двумя столиками. Лизнуть было еще. Взять на грудь. Взять на грудь еще. Как грудь? За воротник остаканится. Еще. Но может случиться, в Новый год все может приключиться. Пусть никто не будет так одинок. Поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю счастья, здоровья, денег побольше, ну и всего-всего самого хорошего. Вот. Обнимала зимы в городах и селах.
Я вам желаю, чтобы в новом году ваша жизнь была как сказка, такой же прекрасной, ароматной, сладкой, чудесной и волшебной. С Новым годом, друзья! Всем желаю удачи и здоровья, самое главное. Ну, а я пошел. Ну, вы поняли, да? Ну, молодцы. Ну, всего самого волшебного и чудесного! Ура!